отсюда выберусь. Не сомневайся. И сразу устрою бойню. И всем аллоха, ребята, говорят, сколько вам надо, ведь с вами я, мистер Захватчик. И в этом видеоролике мы сегодня с вами поговорим о подзаголовке Venom 2, о том, когда выйдет Venom 2, и о новых вытекающих ситуациях благодаря данной ситуации, и о многом другом. Ну а мы не будем томить и начнем. Начнем сперва с того, то, что фильм Venom 2 перенесли со 2 октября 2020 года на 25 июня 2021. А это означает то, что мы не скоро сможем увидеть тизер Venom 2, а скорее его стоит ожидать ближе к концу года, и то не факт. Однако есть и плюс, как сказал один из моих знакомых. Мы узнали подзаголовок данного фильма. Максимум Карнаж – это было близкое значение к этому. Подзаголовок звучит так: «Да будет резня». Это довольно-таки ожидаемый подзаголовок. Но что по большей части будет с фильмом? Его могут доработать и сделать еще лучше. И после связь между Морбиусом и Веномом все же наверняка будет. Ну а что касается Человека-паука 3, то его, скорее всего, перенесут на осень 2022 года. Ну а если вы новый зритель на канале, то не забудьте нажать на кнопку подписаться и не забудьте нажать на колокольчик. Ну а что вы думаете по данному поводу? Не могли бы ли вы написать свое мнение в комментариях? Мне будет очень интересно их почитать. Ну а на этом пока что все. Ставьте лайки, дизлайки, короче, оценивайте мои видеоролики. С вами был я, мистер Захватчик. Никогда не болейте, мойте руки и подобные вещи. Всем удачи и до скорых встреч! You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't make right.